Разрушение мифа о несъедобности опарыша вызвало ожидаемый резонанс. Но, к сожалению, для некоторых скептиков-сектантов мои муравьи все еще живы. В эти выходные я поставлю под вопрос миф более почитаемый и обожествляемый. Миф, который канонизирован в табу высшего ранга. Я буду снова пытаться отравить своих муравьев. Удастся ли мне это сделать, и какой миф будет подвергнут разрушению, вы узнаете уже в эти выходные. Подпишитесь, чтобы не пропустить.